Ну что? А мисочка-то пустая, друг мой? Да? Мисочка-то пустая? Нет повода рычать. У нас нет с тобой ресурса, за который мы с тобой будем конфликтовать. Правда? Ну, как вы догадались, это наш бонзайчик. Зайчик-бонзайчик. 14 лет опыта и работы на благо человечества. Да, из них год уже в приюте. Ну, вот так вот обходит, обходит. Да, да, конечно. Это дерево просто необходимо было разметить. Все, бонзай скрылся в темноте.